Вы смотрите, как ведущий ездит все равно. Вот он говорит, он прощается все время, как бы, да, приходит в машину. Такой. Вот ведущий разве ездит с участниками вместе? Я не понимаю. Блядь, Ром, вот что за дела такие? Блядь, сериал, блядь, что ли, про меня? Я вот не понимаю, что это такое, Ром? Как ты ездишь вместе с участниками? Ты же ведущий, уважаемый человек. А, Ром? Я, понимаешь, я от народа как бы не отбиваюсь. Это молодец. Понимаешь, я как бы не просто зазнался. Сказали еще не факт, что он будет. Не гордо. Ну это глупости же. Да нет, ты скажи, я еду рядом. Вы как считаете, получится у него стать ведущим? Я думаю, достоин. Думаете, да, получится? Скажи, хоть один сказал, что недостоин. Кто это? Кто сказал? Рубович. Кого буду гасить?